смотрите завтра в программе «Утренний кофе». Пятница, 13-е. Разбираемся в страхах и суевериях. Вот у нас такое ощущение, что как будто какие-то тени где-то тапочки прошуршали, хотя глубокая ночь, все спят. Мистические места в Красноярске. Где обитают призраки? Как сделать робокопа? Пообщаемся с юными призерами мировой олимпиады по робототехнике. Утренний кофе.